палате надо все. Они... Ну как работали, рассказывай. Да как? Ну? Ну, основные жалобы это Степа и... Степа, да. Выходи. Что, плохо работал? Плохо, да. Почему плохо работаешь? Ну что, бу-бу-бу, почему плохо работаешь? Верующий не может плохо работать. Он должен давать 2-3 нормы. Это ресталище. Человек, который проигрывает, он ничего не получает. Напрасно ты, какой ты спортсмен-то? Я говорю, вот когда советские вернулись, где-то в Норвегии были Олимпийские игры, сейчас не могу сказать, ну конькобежцы. Вернулись, ни одной медали, даже бронзовой. Ну тут начали разбор делать, на них же деньги отпускали. Почему? Они говорят, вы знаете, лед был такой, такая погода была, и лед не гладкий был. Ну и ветер встречный был. А швед один, я могу ошибиться, но то ли 5, то ли 6 золотых медалей взял на разной дистанции, там 100, 200, 300. А он-то почему? Ага, он. Ему, говорит, хоть по наждачной бумаге бежать он получит. По наждачной бумаге. То есть он работает. Почему на Луну первый человек, Нил Армстронг, сел, а не другие? Потому что все работали, допустим, по 8 часов, а он по 16. Тренажер, и он только... Всякую ситуацию придумал, что садиться, а тут вдруг валуны, камни, и как я должен перед там думать, некогда, секунды. И разобьется модуль. И получилось именно так. 4 человека умерли у телевизора, когда смотрели, как садиться сначала там валуны. И он успел передернуть, отвел ее в сторону и посадил, где мягко. А у него горючего-то нет взлететь, а тогда бы они не взлетели, и погибла вся экспедиция. Вот как пример работать надо. Ответа никакого нет, снять с него фартук. Разжалывать, погоны снимаются с него. Жуков таких расстреливал сразу. Но мы тебя пощадим пока. Халкингол проигранный был бы. Работать, травинку рвать, и ты не хочешь. Где твоя вера тогда? Так, еще что? Да так, ничего в среднем. Как работали вот эти девицы? Ну, приходилось... Так-то они ходят, собирают, но иногда присядут и там что-то сидят, играются. Играть надо по разным местам. Она виновата, он. Китай на Корею, Корея на Китай. Ну еще получится у нас. Кого куда кидай? Нужно сказать так. Что она тебе не дала? За тебя не прополола? Нет, они жуков собирали. Жуков собирали? Да. Ну еще? Мы находили жуков, они собирали иногда эти свои жуков, ну когда сами находили. Замечательно. Да поди жуки-то на вас заглядятся, а вы в это время цап-тарап. Скажут, откуда такие взялись жучихи? Ну и что? Платочки спрашивать или не надо? Да, надо. Ну, брат ты мой. Мы тоже поработали хорошо, ребята хорошо работали. Мы уходим сейчас быстро на Южный пруд, на другой. Ну а Владимир Александрович остается с вами, не обижайте его. Он бедный и стряпает хлеб и все делает, видите, старается. Тебе сейчас должна мама позвонить. Так что лишнее не говорить, одна минута, скажи мама, и звонить. Ты будешь говорить только один раз в неделю. У меня времени нет это отравлять себе с телефонами разговоры. Игнатий Иванович, где обедаем? Да, да. А? Обедаем где? Где обедаем? Тут! Так, подождите. Кто за то, чтобы обедать на холме? Кто? На холме, поднимите руку. Ну так, и опуститесь. А кто за то, чтобы здесь? Так, подожди, здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь это здесь. Значит, мы победили. Подожди. Давайте снова проголосуем. Я не посчитал. Кто там, чтобы на холме, чтобы комаров не было? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, ясно дело. А комаров-то и нету. Так что на холме. Какие там, комары? Все, референдум такой. Помогайте. Нечестно. Комаров-то нету. Какие там комары? Так, опять кто-то кран не закрыл. Закройте кран. Опять капает. Только воды уходит. Вот, так, уносим. То, что утащит.
Босиком не ходить, пока земля сырая. Значит, простынете. Помогайте. Да, там это тяжелое, не берите. Зелень, где кастрюля? Вот, Владя. Зелень, укроп побольше, чтобы зелени не болели дети. Так, а барабаш был кто-нибудь? Нет. Я забегал к ним, чтобы сливок принесли, я говорю. Мы для вас... А нет, они вчера отдали цел. И творогу, и сливок отдали. Ну, откуда я знал? Я еще пошел просить. Нет. Не просите, они говорят, ну, пошлите кого-то. Я говорю, получается, мы еще попрошайки. Вы сами придите, навеливайте, а мы будем для виду отказываться, вот это, потому да? что возьмем, ладно, куда деваться. Нас никто не просил вчера коров загонять, мы сами загнали. О, нести вот это. Лена смеется и говорит, Игорь улыбается. Ну, давай. Давай, Володя, где лучше помочь? Компот какой-то. Смотри. Надо воды залить. Молит, Нестор, что стоишь-то? Бери быстрее какой-нибудь. Сушилку. Володя, не забудь про этого, дать что-то ему, дружку нашему. Вот он, лежит. Шарик. Что-то хорошенького в чашку взять. Пойдешь, он... девочки, возьмите там чашку собачью. Принесите. Не бери, то ну вон, это, вон Вика, вон в том, это, в тазике, там чистая вода. Сполосни руки, да и все. Так, что еще у вас? Вика, вон в тазике, говорю, вон в том, чистая вода. Да, я лучше это возьму. Вон, возьми простоквашу, неси. Да я возьму. Да пускай она несет, она ей посилит. Дядя Володя, где палатка? Вон на там. На складу, пошли. На вещевом. Чего ты? Так, уронишь, наверное. Ты поднись, возьмись-то. Чё ты так? Платочек-то положи в карман. Положи его в карман. Где у тебя карман? Нету, что ли? Опять без карманов идешь. Ксюша, помоги ей, а то она уронит сейчас. Она не хочет. Дай сюда. Дай это нести. Неси. Ну ладно. Она же пролезет это. Маша, ты должна потом руки мыть. Ты забираешь это все? Да. Да, Шарик любит меня. А где палатки, чтобы взять? Потащить их туда. Да, да. Поставь на траву там. Вот Игнать Тихоновичу. Игнать Тихоновичу. Ну давайте. Опа, давай. Ложки разносите. Редиски, все у нас есть. Полно. Так, кто будет дежурить? А кто дежурится со мной будет? Дежурит кто? Я не. Ну кто будет? Давай. Кирилл, давай со мной. Этого разжаловали. Он плохо работал. Ну? Дежурство это... Я поощрение сам. Большое, не просто так. Лишний пряник получите. Все, ну, давайте я. Ура! Разжаловали. Давай. До рядового сразу. Давай. Там это, брат, на пекарне хлеб есть. Ты еще тем это, Никита, Шарик это забываешь. А он говорит, забыл, но я его пригнал, Шарик. Он меня тащил, можно сказать. Обратно туда. Надо быстрее поесть, чтобы мы ушли в три, ровно там были на озере. На южном, Катафенске. Ну все. Так, давай, Володенька, скорее. Ну показал грачей-то? Да, да, показал. Погляди, как они сидят. Так сделай на нашем фоне, чтобы нас захватить и грачей. Мне сильно нравятся грачи. Чем? Весенки весны. Грач, птица, говорит, весенняя. Вон они сидят столько. Посчитайте, сколько грачей там. Невозможно. Ну-ка посчитайте. Может сбегать, а так по спинам их. Ну, сколько? Все. Грачей, сколько там сидит у нас, где молитесь? Посмотрите. 30 где-то. Да много им не... Много это не количество. 16! О!
Ну давайте, садитесь. Ну даже побольше, наверное. Конечно. Да какие 16? Хлеба давайте тащите, редиску. Нестор, как обычно, ляпнул языком и все. Ну. Давай, слава тебе, Господи. Нестор, что в кепке сидишь-то? А давай. Это печет. А-а-а. Давай, другим. Хлеба скорее. А я не знаю. Игнатий Юрьевич, по сколько редиски брать? По одной хотя бы, сперва. По одной, а я две взял. На. По одной. Но если хватит, то по две раздай. Телефон! Телефон! Бейте оба. По одной. Говори. Все. Да, здрасте. Давай, Семер. Ну да, вам кого? Да, вам кого звать? Ксения, кто у нас? Ну! Ну-ка, Ксюша, беги. Она за столом. Так. А еще подойдешь, да? Ну, если по одной еще выйдет. Привет, мам. Если... Дядя Никита, ты положил? Мам, нет. Один раз в неделю звонить на... можно. Да. А мухать? Лейза, хватит. Смотри, какая жареха. Блинов-то сколько опять принесли. Угу. Да. Ну что значит, да? Все. Ну если по одной выйдет, и все, давай клади. Хлеб-то где? Даже. Я не пойму, а хлеб где? Никита ушел. Никита. Ну, редиску-то разобрали, осталось, нет? Осталось. Мам, еще раз я говорю, пройдись. Еще по одной. Вот. Говорить надо, вот. Угу. Да. Ну все, иначе начнешь.